преддверии Дня строителей глава республики Михаил Игнатьев поздравил руководителя одной из строительных компаний с четвертьвековым юбилеем. На строительном рынке Чувашии работает около 30 компаний-застройщиков. Многие из них участвуют в реализации государственных социальных программ. Переселение из аварийного жилья, обеспечение квартирами детей-сирот и материнский капитал. Эти проекты направлены на повышение доступности жилья. Одна из компаний, участвующих в реализации программ, на днях отметила юбилей. Доброжелательные отношения, добродушные строители говорят, в отдельных случаях может быть невозможно. Приобрести квартиру в новом благоустроенном доме сегодня под силу не каждой семье. На уровне правительства России рассматривается возможность снижения ставки по жилищным кредитам, отметил Михаил Игнатьев. Это станет хорошим подспорьем для развития строительной отрасли в республике. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаметов, Республика.